Всем привет! Мобильный оператор Теле2 объявил об очередных изменениях на тарифных планах. На этот раз пострадают тарифы без абонентской платы. В опубликованной 12 мая 2020 года новости под названием «Информационное сообщение для абонентов» есть ссылка на подробное описание изменений. На момент написания данной статьи новость касается только Москвы и области. Но не исключено, что в скором времени появятся аналогичные сообщения и для других регионов России. В новости, как обычно, написан бред. Теле2 всегда стремится предоставлять своим абонентам услуги высокого качества по лучшим ценам. А также Теле2 выяснила, что часть архивных тарифов уже не может удовлетворить все потребности клиентов. Таблица с изменениями выглядит следующим образом. Обратите внимание на то, что некоторым абонентам заменят не только сам тариф, но и подключенную к нему платную услугу, отвечающую за мобильный интернет. Рассмотрим несколько примеров перевода. Оранжевый 04-2016 и классический. Я думаю, что данная таблица не очень нуждается в комментариях. Как там было в новости? Теле2 всегда стремится предоставлять своим абонентам услуги высокого качества по лучшим ценам. Безусловно, цена явно лучше, правда не для абонента, но все равно. Теле2 выяснила, что часть архивных тарифов уже не может удовлетворить все потребности клиентов. Не подскажете, какую именно потребность удовлетворяет тарифный план классический по сравнению с тарифом оранжевый 04-2016? Жажду тратить денег? И еще один пример уже с подключенной услугой. Классический 12-2018 плюс услуга 20 ГБ 12-2018 и интернет для устройств плюс услуга 25 ГБ. Нужно признать, что в этом случае изменения в лучшую сторону. Правда, за такие деньги оба варианта, скорее всего, не самый лучший выбор. Также не стоит исключать какого-нибудь подвоха, который я просто не заметил. Краткие выводы. Мобильный оператор Теле2 добрался до тарифов без абонентской платы для Москвы и области. Изменения есть как относительно положительные, так и очень отрицательные. С тарифом оранжевый 04-2016, которому до сих пор радуются некоторые абоненты, придется попрощаться. Следим за новостями в других регионах. Если что заметите, обязательно пишите в комментариях под данным роликом или в группу Технологикус в социальной сети ВКонтакте. Ссылка на официальную новость в первом комментарии к данному ролику. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.